Смотрите новости, в студии Дмитрий Нестеров. Сегодня на чемпионате Европы по волейболу женская сборная России сыграет с Испанией. Прямая трансляция этого матча на нашем телеканале. Также смотрите выпуски. Континентальная хоккейная лига. Столичная дерби в Лужниках окрашена в бело-голубые цвета. Футбол, классическое португальское противостояние, не может обойтись без ярко-красных оттенков. Чемпионат Аргентины на фоне куражного Эстудиантеса, знаменитая Бока Хуниорс выглядит по-студенчески робко. Из четырех матчей регулярного чемпионата КХЛ заранее особняком стояло два. Столичное дерби «Динамо» и «Спартака», а также соперничество «Локомотива» и «Атланта».